Четко, идеально сыграно. А, я овердрайвы не нажал, понял. Две оверки надо прямо сейчас быстро сделать. Показываю, ребяточки, показываю. Вот сейчас насчет овердрайвов, да? Насчет овердрайвов показываю, да, как это делается. Если у вас задача прожать быстрые овердрайвы, да? Вот у вас есть такая необходимость. Прожать быстрых два овердрайва, да? Показываю, как это делается прямо сейчас. Вот так вот. Пикаете быстрый бой, засекаете время прямо сейчас. Засекаете время. Время пошло. Вы засекаете, надеюсь, да? Надеюсь, засекаете. Запикиваетесь на карту, да? Вот так вот, запикались. Посмотрели краем глаза на овердрайв. И вот если вот вы краем глазом хоть как-то смотрите на этот оверку, у вас моментально сразу свой овердрайв появляется. Я опять в ту же сторону смотрю, да, вот там на центре должна быть оверка, да? И ты, короче, как будто луч из-под верха делаешь такой, да? И просто сразу оп, и у вас еще один овердрайв внезапно появляется. И все, и вы заданку прошли. И вы прошли заданку. И все. Все. Вот так это, если что, делается. Вот так. Просто вот так. Очень легко. Очень. Просто моментально делается. Просто. Вам достаточно просто посмотреть на то место, где падает овердрайв. И все. И все. Больше ничего делать в этот момент не надо. Просто смотрите, где падает оверка. Вот на ту зоночку. Так, внимательно. Оп. И оверка сама появляется. Все. Готово. Просто готово.